Проблемы института грузинской адвокатуры обсудили участники круглого стола «Адвокатура Грузии. Проблемы и решения», состоявшегося в Тбилисском международном пресс-центре РИА Новости. Участники встречи отметили, что сегодня адвокаты в Грузии не являются влиятельной силой и высказались за то, чтобы был обеспечен справедливый, независимый суд и защита была бы поставлена в равные условия со стороной обвинения. Проблема в том, что люди больше не доверяют суду. Многие не уверены в объективности и беспристрастности этой инстанции. Участники встречи высказали мнение, что независимые адвокаты лучше могут защитить своего клиента, чем те, которых предоставляет государство. Власти ввели такой институт, как казначейский адвокат. Я считаю, что адвокаты, которые работают на власть, естественно, не могут идти против нее. В то же время участники встречи негативно оценили последние изменения в законодательстве, регулирующие вопрос, когда государство предоставляет адвоката. В частности, граждане, которые являются совершеннолетними, не имеют инвалидности или ограничений по здоровью и не причислены к социально незащищенным слоям общества, при отсутствии финансов должны защищать себя сами.